Меня зовут Павел, и я покупаю машины с помощью Auction Export. Я просто хочу коротко поделиться своим опытом использования этого сайта. Значит, первым делом это надо регистрироваться. Регистрация проходит совершенно бесплатно, ничего не надо платить. И только после этого вы начинаете поиск автомобилей. Выбор различных автомобилей здесь просто огромный, со всех практически штатов Америки и в том числе с Канады. После этого, после того, как выбрали автомобиль, ну, для этого потребуется вам чуть-чуть времени, для того, чтобы выбрать марку, скажем, цвет и, соответственно, цена, чтобы подошла вам, надо чуть-чуть потратить время. После этого только происходит покупка, то есть надо оплатить машину. И четвертое – это доставка. Я не хочу вдаваться во всех подробностях, потому что эти подробности описаны на сайте, там можно прочитать это все. Я хочу сказать здесь из моего опыта самое главное, это на мой взгляд – самое главное это то, что эти люди, которые работают в Auction Export, они сопровождают вас от самого начала до доставки автомобиля в пункт назначения. Они позвонят вам на телефон, они позвонят на Skype, через email, они обязательно свяжутся и какие-то... Понятно, что возникнут, так как и у меня тоже возникали разные вопросы, они очень четко ответят на все ваши вопросы, и они будут сопровождать вас, как я уже сказал, до конца. Поэтому я очень благодарен этим людям, потому что они действительно помогли. Был такой случай, который автомобили уже были в порту, то есть они приехали в пункт назначения, и там были маленькие, скажем, недоразумения. Они даже в этом помогли, хотя это не их работа. То есть я полностью им доверяю. И, конечно, если вы решились и вы хотите приобрести автомобиль через Auction Export, я очень советую. Спасибо за внимание.